Так, чтобы мы сделаем сейчас, чтобы превратить координаты в GS84 в местную систему координат в Trimble XS. Для этого мы заходим в съемка, калибровка, добавляем точки. Имя точка на плоскости. Задаем имя точка на плоскости. Это будет RP1. В той же точке мы измерили GPS-ом. Это было у нас в GS1. В плане по высоте нажимаем принять. Еще одну точку добавляем. С плоскости это будет репер 2. А в GS-ом эту точку мы щелкнули в GS2. В плане по высоте нажимаем принять. Добавляем репер 3. Репер 3 добавляем. Имя точка, которая над репером 4, вот, репером 3 было в GS3. Принять. Добавляем четвертую точку. Тоже на плоскости это будет репер 4. А имя, которое было GPS заснято на этой точке, в GS4. Нажимаем принять. Вот они распределились у вас невязки. Соответственно, если мы нажмем результат, мы посмотрим, насколько он нас замасштабировал и насколько он нас развернул. Нажимаем использовать. Все, наша система координат превратилась, точнее, наш проект превратился в местную систему координат. То есть, если свойство задания, зайдем в зону 13, местная система координат. Вот. И получается, точки наши, редактор точек, превратились в местную систему координат. Все, вырубай.